середине ноября ожидается интересное астрономическое событие – суперлуния, когда Луна пройдет на максимально близком расстоянии от Земли. В последний раз это явление наблюдалось около 70 лет назад. Если погода будет безоблачной, суперлуния можно будет наблюдать вечером 14 ноября, когда, согласно подсчетам астрономов, Луна будет выглядеть на 14% больше и на треть ярче, чем это бывает в иные полнолуния. Суперлуния – это полнолуние, при котором Луна проходит по ближайшей к Земле точке на своей эллиптической орбите, из-за чего спутник нашей планеты выглядит особенно большим. Венспилсская обсерватория также приглашает жителей и гостей города понаблюдать за этим необычным явлением. Если небо будет ясным и не будет сильного ветра, в обсерватории нашего города в понедельник вечером состоится несколько сеансов наблюдения за суперлунием. В следующий раз Луна пройдет на таком же расстоянии от Земли лишь 25 ноября 2034 года.